Всем доброе утро, друзья. Вот выходим с Семочкой во двор. Сегодня у нас уже 11 декабря 2022 года. Всем привет из Елгавы. Так вот, сделаю отчет такой небольшой. Вчера Наташа поставила укол. Это вот она здесь. Уже проснулись все, да. Но она еще лежит. Таблетки пьет, сейчас кашель ее пробил. Довольно-таки сильный кашель пробил. Вот Семочку здесь. Это вам еще не видно. А я сейчас пройду вам, знаете, еще покажу, что... Огонечки, вот которые мы ездили. Вот эти вот огонечки. А вон там Наташа ходит. Живая, Наташа, живая. Ну вот, остановился здесь и расскажу. Уколы я ей, знаете, какие ставлю? Витамины, нейрорубин. Это уколы, это очень хорошая поддержка, друзья. Ну, конечно, каждый день нельзя. Ну вот, буквально за 4 дня, нет, 3 дня, наверное, я ей 2 укола поставил. Вот, эти 3 миллиграмма. Вот, смотрите. Вот как раз. Сначала хотели вот здесь, вот прям напротив окна. Ну нет, здесь как там потом. А там как будто елочка. Вот видите, вот как будто елочка горит. Это яблоня Ауксис. Мы купили удлинитель. Там у меня подключение есть. Они совсем мало берут. Там, я не знаю, сколько ватт. Совсем немножко. Вот эти вот огонечки. О, и Семочка вот тут идет к этим огонечкам. Видите? А я тоже сейчас пойду с ним. Вот такие огонечки. О, тоже теща, ну, Наташина мама. Как увидела в окно. Ну, когда приходит она на обед, на ужин. Да, на ужин. Потому что на ужин она приходит у нас в 7 часов. Уже темно вовсю. Ой, это, говорит, вы елочку тут нарядили. Ну, оттуда кажется, как будто елочка, понимаете? Вот там даже по отражению видно вон. Я говорю, да. Елочка. Вот альпийская горка. Тут альпийская горка у нас, он снежная. Смотрите, какая альпийская горка. Вот так вот. Да, жду. Тоже у самого кашель какой-то непонятный. Жду, когда потеплеет. И вот эти огни, вот эти вот, 10-метровые, у нас их 2 здесь. Мы просто повесили, думаю, пускай они висят. А так они, когда скрученные, потом их очень сложно растянуть. И я буду вот на крышу, сейчас я, подождите, включу освещение здесь. Вот так вот, друзья, из окна выглядит, посмотрите. Вот это вот украшение на яблоне. Ну, мороз был как раз сильный, и я постарался так ее растянуть по веточкам этим яблони. И вот так вот, вот здесь вот стол у нас обеденный. И ну, а я свет не включаю, потому что вы не увидите эту елочку. Вот так вот. А так, о, как раз Наташа кашляет там. Пройдет, лечимся, друзья, лечимся. И я говорю, вот так вот мы сидим. Это я со стула вот сел. Вот так вот как раз вот. Вот как раз у меня чаек, смотрите, во, кружка с чаем. И ложка в кружке. Ой, красота. Вот так вот мы и живем, друзья. Украшения еще собираемся там... Наташиной маме там напротив окна. Есть у нас украшения. И, возможно, еще что-нибудь купим. Ну, хочется, знаете, как говорится, в душе, чтобы был праздник и глазу приятно. Все нормально будет, друзья. Ну, а Семочка. Семка. Морозец, да, мороз 7, где-то 7-8 так вот градусов примерно. Ну, вы знаете, вот смотрите, как... Качается вот зонтик. Ветерочек такой, как сквознячочек.
Есть, есть, но у нас влажность повышенная. Да, ну кто там? Во! Во! Куда он там рванул? Все. Ой! Упала игрушечка, я включил. Да, вот здесь сейчас эшелон прошел. Не знаю, с чем там прошел. Ну, какой-то эшелон. И вот. Семочкина, вон вся в снегу, этот пингвин. Да, Семка? Ой, жулик. Да, вот они какие, молодец. Это он говорит, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Напишите комментарии какие-нибудь. Да, Сема, он так. Он все знает, когда видео снимают. Молодец. Так вот, я про эти огонечки договорю вам. Вот эти. Вот они 10-метровые. Я буду вешать их вон там, где лампы. И вот так вот вдоль, по всему периметру, вот так вот крышу, вот так вот по краю. Раз поставлю, повешаю. Так, так. Не помню, туда хватало, не хватало. Ой. Ну, наверное, где-то. Ну, примерно вот так вот. 10 метров. Так. Да, придется еще вот так вот мне вешать. Если получится. Думаю, получится. Лестница у меня большая, металлическая. Из трубы оцинкованной. Так что вот будем. А это мы вот накрываем лобовое. Ну, сейчас не стали накрывать, потому что морозы начались, снега нет. Вот когда снег, мы накрываем. Повесили, чтобы... И вот это тоже, когда не хватает сильно, мы накрываем вот на капот. Закрывая вот эти парктроники, вот видите, кто нас смотрит постоянно. Вот если лед сюда попадает или снег забивает эти парктроники снегом, все. Начинает пищать. Ну, заодно вам показал. Вот это все куча растет и растет и растет. Альпийская горка зимняя. Снежная альпийская горка, друзья. Ну, снега я вот пройду по периметру. По всему. Вот смотрите, сколько. Все нарастает, нарастает, нарастает. Ну, нам же надо отсюда, вот где машина выезжает. Надо же отсюда все выгребать. А куда? Ну, что, вывозить? Мы возить не будем. А здесь еще больше, посмотрите сколько. О, какие огромные. Помнится, здесь у нас вот до половины дерева было снега. Вот этого вот. Ну, конечно, она выросла больше. Ну, примерно метра. Если, так, я сейчас метр, два. 2,5 метра как минимум высота была. Горки. И мы здесь всякие украшения здесь. Ну, и мы тогда не занимались видео, друзья. Вот так вот, кругом снега, кругом. Вот смотрите, по кругу прошел. Ну, здесь вот, пожалуйста, надо к сараю проход. Вот сарайчик. Здесь вот мусорники у нас, стекло, бумага. Вон сколько снега, шапки какие, посмотрите. Это сарай. Ну, тут темно будет, все равно вам ничего не видно. Вот ручка. Бабушка там еще, наверное, спит. Вот сколько снега. Да, Наташа чувствует себя как бы более-менее нормально. Но, конечно, лечится. Усиленно лечится. Я ей предлагал, я говорю, Наташа, давай снимем видео. Ты им расскажешь, как ты себя чувствуешь. Стесняется, друзья. Стесняется. Говорит, а да ну ладно, у нас же такие подробности. Даже я говорю, да что такого? Ну и что такого? Все будет нормально, друзья. Надеемся. Желаем вам всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Вот как-то так. Вот я говорю, планы теперь у меня вот буду ждать, когда вот теперь, а вот теперь будет. Вот посмотрите, такая неожиданная где-то в числах 20-х. Декабря. Именно вот это месяц 2022 года, друзья. Да, да, да. Я жду оттепель.
Потому что на морозе я растягивать не хочу. Она может полопаться. А с феном лазить? Да, один год я тут с феном лазил. А тоже мороз был где-то 15 градусов. И солнышко светит здесь. А я почти... И снега было, кстати, много тоже. Вот смотрите, сколько на козырьке вот в этом вот, на терраске. Вон сколько снега. Ну, примерно 30 сантиков есть, друзья. О, есть, есть. Есть, да, глаза. Посмотрите, какая толщина. Ну, все, пока утреннее видео я заканчиваю. Семка! Семка, прощайся. Пока. Вот он, собачечка наш, Семка. Хороший собака, Семка. Слушал, поросенка. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пожалуйста. А вот, да, вот я разговорился, толщина. Вот видите, сколько он. Пол колеса снега. Вот, пожалуйста, вот они. Пол колеса от этого велосипеда. 30 даже с лишним есть. Не хочется за рулеткой. И сосулечки вам вот видно. Смотрите, я близко поднес. Видите, сосульки висят какие. Ой, друзья, все будет нормально. Главное, чтобы был мир на земле. Чтобы прекратили этой дурью, мракобесием этим заниматься. Это что это такое происходит? Это ужас, ужас, ужас. Я говорю вот про эту вот войну. Сколько страдает народа? Сколько страдает детей? Сколько гибнет? Я имею в виду вообще во всем мире, друзья. Не надо разделять людей. Надо жить дружно, а кому-то это невыгодно. Это ужас, друзья. Вот на таких вот бедах, а кто-то наживается. Все, друзья, заканчиваю. Еще раз всего вам доброго. До следующих видео.